Молодые люди познакомились в интернете и поняли, что жить друг без друга не могут. Официально оформить свои отношения парочка не могла. Девушка уже была замужем и имела двоих детей. Развестись с мужем ей не позволили родные. Тогда влюбленные решили соединить свои сердца уже на том свете. Родители девушки запретили ей разводиться с мужем. Молодые люди поняли, что им не дадут быть вместе. Тогда-то у них и созрел план. Свести счеты с жизнью возлюбленные решили в доме у девушки. Свою избранную парень ударил ножом. Она скончалась на месте. В себя он несколько раз вонзил холодное оружие, но остался жив. Из-за убийства человека загремел за решетку. Ахметов Султан Аскарович признан виновным по 96 статье части 1 и приговаривается к лишению свободы на 9 лет. В родном городе самоубийц до сих пор не могут забыть шокирующую историю несчастной любви, в результате которой разом осиротели малолетние дети и пожилые родители.